Добрый вечер. В эфире программа «Следы империи». Поговорим сегодня об имперском золоте, о царском золоте, о золотом запасе Российской империи, о деньгах Российской империи. Какие они были, что это было за финансовая система. У меня в руках царский червонец. На нем изображен государь и герб. А вот это 10 рублей Российской Федерации. Да, в принципе, ничем не отличается. По размеру, по крайней мере. Но не из золота. Да, но содержание другое. Скажите, пожалуйста, вот эта монетка, царский червонец, Михаил, скажите, она на сегодняшний день является ценностью? Платежным средством она, безусловно, не является. Медоносит? Я думаю, что ее примут в любом месте. Ее примут по стоимости золота, но не по номиналу. Во-первых, потому что нету царских рублей, эта денежная система не существует. Во-вторых, какой смысл? А вы как считаете? Вы знаете, самое удивительное, что это те самые монеты, которые не вернулись в оборот Российской империи, уже даже новой страны, в связи с тем, что в июле 2014 года Николай II запретил хождение вот этих самых монет, а их было, между прочим, в обороте 300 тонн. И ни одна монета не вернулась обратно. То есть нужно было их сдавать, но их никто не сдавал. Так что это... Я бы тоже не сдал. Это еще 60-е годы. 60-е годы при советской власти был устойчивый рынок этих николаевских червонцев. Их покупали для того, чтобы сделать обручальные кольца, для того, чтобы сделать золотые зубы. Это было уголовно наказуемо. Нет. Да-да-да. Нет. Оборот, очень было интересно. Драгметаллов. Да. Формально это было уголовно наказуемо, но если вы продавали одну-две монетки и не занимались спекуляциями, то было негласное распоряжение таких людей не трогать. Вы знаете, в моей семье хранится реликвия, доставшаяся от деда. Это большая медная гайка, отвинченная от путей Российской империи, в которую вмонтированы два серебряных рубля. Мы ее храним как реликвию, историческую реликвию. Я думаю, что это историческая реликвия, с которой много связано. Конечно, не платежные средства. А хотелось бы вернуться. Да, очень хотелось бы. Давайте сейчас посмотрим информационный фильм, потом поговорим об имперском золоте. Население России к 1948 году будет около 304 миллионов человек, выше, чем общее население пяти других больших европейских стран. К середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении. Так писал Эдмон Терри, французский экономист, в 1914 году. И у него для этого были все основания. Россия тогда представлялась иностранцем-гигантом, стремительно обретающим все новые силы и возможности. Предреволюционное десятилетие принято называть «серебряным веком». Но это определение применимо к тогдашней отечественной культуре. А вот с точки зрения экономики и финансов это был воистину «золотой век». И зримым символом его стал царский золотой червонец. К концу 19 столетия Россия вошла в число крупнейших экономических держав. Последнее десятилетие века было отмечено невиданным промышленным подъемом. С большим размахом велось железнодорожное строительство. Накануне 20 века Россия располагала второй в мире по протяженности сетью железных дорог. А их строительство, в свою очередь, стимулировало развитие промышленности. Российская индустрия росла самыми высокими в мире темпами – 10-12% в год. В стране в условиях стабильной государственной системы совершалась масштабная промышленная революция. Однако денежная система была неустойчивой. В империи фактически имели хождение две денежные единицы – серебряный рубль и кредитный билет – бумажный рубль. Кредитных билетов выпускалось все больше и больше, следствием этого стало обесценивание бумажного рубля. Но для дальнейшего развития страны требовалась стабильная денежная система. Необходимо было объединение металлической и бумажной валюты. В 1897, в
1899 годах министром финансов Сергея Вита была проведена денежная реформа, приведшая к введению в России золотого обращения. На смену серебряному рублю пришел золотой. Он приравнивался к 0,77 граммов чистого золота. Во внутреннее денежное обращение России были введены золотые монеты достоинством 5, 7,5, 10 и 15 рублей. Так, в Николаевской монете достоинством 10 рублей чистого золота содержалось, соответственно, 7,7 граммов. Золотые монеты свободно использовались наравне с бумажными кредитными билетами. Стабильность финансовой системы теперь поддерживал устойчивый баланс золотого запаса и объема бумажно-рублевой массы. Граф Каховцев, заместитель Вита в годы проведения реформы, так описывал ее результаты. В 1897 году, как известно, Россия перешла на систему денежного обращения и установила в 1899 году чрезвычайно строгие основания для выпуска в народное обращение кредитных билетов, обеспечиваемых наличным золотом, принадлежащим Государственному банку. Только выпуск первых 300 миллионов рублей мог быть произведен без покрытия его золотом, а всякое дальнейшее увеличение количества бумажных денежных знаков, выпускаемых в обращение, допущено иначе, как с обеспечением его золотом рубль за рубль. До самого наступления войны 14-18 годов этот закон ни разу не был нарушен. Его не расстроила ни русско-японская война, ни внутренняя смута 905-906 годов. Это исключительное обстоятельство заслуживает того, чтобы иллюстрировать его хотя бы несколькими цифрами для того, чтобы напомнить, что было в России до постигшей ее в 1917 году катастрофы и что утрачено с тех пор. Выпуск кредитных билетов в обращение составлял к началу 2004 года 580 миллионов рублей, при запасе золота в 900 миллионов рублей. И постепенно, повышаясь под влиянием оживления в торговом обороте и всей экономической жизни, дошел к концу 1913 года до 1 миллиарда 670 миллионов рублей, при той же сумме принадлежавшего Государственному банку золота в России. И, следовательно, с фактически золотым покрытием билетного обращения в 100%. Вдумаемся в эту цифру. 100% каждый бумажный рубль был обеспечен золотом. А вот подтверждение слов Каковцева мнение профессора Эдинбургского университета Чарльза Саралея. Одним из наиболее частых выпадов против русской монархии было утверждение, что она реакционна и обскурантна, что она враг просвещения и прогресса. На самом деле она была, по всей вероятности, самым прогрессивным правительством в Европе. Легко опровергнуть мнение, что русский народ отвергал царизм и что революция застала Россию в состоянии упадка, развала и истощения. Посетив Россию в 1909 году, я ожидал найти повсюду следы страданий после японской войны и смуты 1905 года. Вместо этого я заметил чудесное восстановление, скачками растущую промышленность, приток капиталов. Почему же произошла катастрофа? Почему русская монархия пала почти без борьбы? Она пала не потому, что отжила свой век, она пала по чисто случайным причинам. Случайны ли были эти причины? Вряд ли. Среди них были не только разрушительная ненависть революционеров, но и опасения самих западных держав. Растущая мощь нашей державы никак не соответствовала их интересам. Российская империя вся сияла золотом. От короны диадем дома Романовых до червонцев в карманах самых простых их подданных, от куполов соборов до офицерских погон. Но уже близок был час, когда Золотая империя рухнет, а ее верных защитников с ненавистью назовут золотопогонниками. Назовут те, кто остервенело рвался разграбить ее золотой запас. К началу Первой мировой войны золотой запас России был крупнейшим в мире, составлял 1 миллиард 695 миллионов рублей. Разумеется, начавшаяся страшная, невиданная по масштабам бойня потребовала от государства экстренных трат. Это не могло не сказаться на золотых запасах империи. В частности, в годы войны значительные суммы золотом были отправлены в Англию в качестве гарантии военных кредитов. Но так или иначе, взяв власть, в 1917 году большевики завладели огромным золотым запасом, составлявшим 1 миллиард 101 миллион рублей. Однако большая часть этой гигантской суммы находилась не в Петрограде, не в Москве. Дело в том, что с началом Первой мировой войны в целях обеспечения сохранности золотых резервов государства значительная их часть была отправлена в Казань и Нижний Новгород. После февральской революции в Казань вдобавок привезли золото из других городов – Воронежа, Тамбова, Самары, Курска, Могилева и Пензы. В итоге в этом городе сосредоточилось более половины золотого запаса Российской империи. Большевики быстро осознали, что стремительное продвижение армии адмирала Колчака грозит им утратой золотой добычи. Ленин отдал приказ вывозить золото из Казани, однако натиск Белой армии сорвал это мероприятие. Так началась почти детективная история перемещения русского золота. 7 августа 1918
1918 года отрядом полковника Капеля Казань была полностью очищена от красных. Они бежали так стремительно, что золото, хранившееся в городе, практически в полном объеме досталось их врагам. Сохранилась телеграмма Капеля о взятии под контроль гигантских средств. В ней он докладывает: «Трофеи не поддаются подсчету. Захвачен золотой запас России в 650 миллионов. И это было еще не все. Разобравшись в ситуации, обнаружили еще 100 миллионов рублей кредитными знаками, слитки золота, платины и другие ценности». Владимир Капель, которого можно смело отнести к подлинным рыцарям белого движения, сделал все возможное для того, чтобы все эти колоссальные средства без потерь были доставлены в Омск и переданы в распоряжение правительства адмирала Колчака. Золото было размещено на хранение в филиале Госбанка. Но уже осенью 1919 года золото начало свое путешествие на восток. Армия Колчака вынуждена была начать отступление, и вместе с ней двигался поезд с золотом. Золото и охрану разместили в 40 вагонах. Еще в 12 вагонах находился сопровождающий персонал. Однако Транссибирская магистраль на всем протяжении от Новониколаевска, ныне Новосибирска, до Иркутска контролировалась частями чехословацкого корпуса. Он был сформирован из военнопленных славян, воевавших в Первую мировую на стороне Австро-Венгрии. На основании декрета французского правительства об организации автономной чехословацкой армии корпус, находившийся в России с 15 января 1918 года, был формально подчинен Парижу. И это, конечно, создавало очень неопределенную ситуацию. По большому счету, чехам и словакам не было дела до нашей гражданской. Их целью было скорее вернуться на родину. И за это они были готовы расплатиться русским золотом и русской кровью. 15 января 1920 года чешское командование выдало Колчака эсеровскому политцентру, который уже через несколько дней передал адмирала большевикам, передал на суд и расправу. А 7 февраля Чехословакия возвратили советским властям 409 миллионов рублей золотом в обмен на гарантии беспрепятственной эвакуации корпуса из России. Этим решением, которое принял командующий чехословацким корпусом генерал Сыровой, он спас свою жизнь, но навеки запятнал честь и получил надлежащую оценку со стороны разгромленного, но не побежденного белого офицерства. Ясаул Котомкин, бывший в то время связным между атаманом Семеновым и чехами, находившийся в штабе Сырового, так описывает очень показательный инцидент. У вагона остановился конный вестовой. Вестовой затем появился в вагоне с казенным пакетом в руках и на желание адъютанта, капитана Скецеля, принять от него этот пакет, молодцевато ответил, что ему приказано передать его лично в руки его превосходительство главнокомандующего чешским войском генерала Сырового. Генерал Сыровой поднялся и принял пакет. Отдав честь по-воински, вестовой удалился. Сыровой вскрыл пакет, и, к нашему удивлению, из пакета посыпались серебряные монеты. То бледнее, то краснее, Сыровой прочел содержание бумаги и затем передал ее мне. Я взял бумагу, в которой приблизительно стояло следующее: командующему чехословацкими войсками генералу Сыровому. Офицеры и солдаты Ижевской и Воткинской дивизии посылают генералу Яну Сыровому 30 серебряников. Цена крови Иуды, предателя. Дальше следовали подписи. Большевики в результате этой измены завладели огромной суммой, но она составляла около 2/3 от той, что была захвачена Капелем в Казани. Куда же делось остальное? Более 60 миллионов было потрачено Колчаком на закупку вооружения и обмундирования для своей армии. 128 миллионов рублей были им размещены в зарубежных банках. Их дальнейшая судьба остается неясной. Есть предположение, что часть золота была похищена самими чехословаками. Вернувшиеся на родину легионеры основали собственный банк – Легиабанк, ставший одной из крупнейших в Чехословакии. Еще 35 миллионов рублей золотого запаса пропало уже после передачи его большевикам при перевозке из Иркутска обратно в Казань. На чьей совести исчезновение этих средств не ясно до сих пор. Принял участие в расходовании имперского запаса и атаман Семенов. Он хотя и подчинялся Колчаку, но во многом действовал автономно. В сентябре 2019 года в Чите им был захвачен эшелон золотом на 42 миллиона рублей. Из них 29 миллионов Семенов потратил на нужды своей армии и правительства. А в марте 2020 года в порту Дальний он передал японской стороне 33 ящика с золотыми монетами. Деньги были помещены на депозит в один из японских банков. Затем под расписку на временное хранение начальнику японской военной миссии было передано еще 20 ящиков с золотой монетой и 2 ящика со слитками. Вследствие поражения белого дела все эти средства так и остались в стране восходящего солнца.
Что же происходило с тем золотом, что изначально оказалось в руках большевиков? Первым делом они стремились купить на него свое выживание. После заключения 3 марта 1918 года Брестского мира был также подписан секретный дополнительный протокол. Согласно этому документу, большевики обязались отправить в Германию 250 тонн золота, 320 миллионов рублей золотом и 320 миллионов рублей бумажными романовскими деньгами, а также промышленные товары и необходимое немцам сырье. Так царским золотом они остановили наступление немцев, которые могли, конечно, тогда без особого труда ликвидировать большевистскую власть. Однако в тот критический момент противостояния с Антантой деньги и ресурсы для Германии были важнее. Впрочем, и это не спасло ее от разгрома. И по итогам Версальского мира русское золото оказалось во французских банках. Позже большевики в результате подписания мирных договоров с республиками Балтии заплатили Эстонии 15 миллионов рублей золотом, Литве 3 миллиона, а Латвии 4 миллиона рублей. И все это золотом, золотом, золотом. Больше того, красные еще и оказывали из царских средств помощь тем партиям и силам, которые, как им представлялось, могут стать для них союзниками в реализации глобальных планов. Например, с 20 по 21 год 5 миллионов золотых рублей было выделено в помощь силам Кемаля Ататюрка, это Турция. Они сыграли решающую роль в том, что туркам удалось остановить наступление греков и нанести им поражение. Такое безоглядное растранжиривание золота кажется необъяснимым, но большевики грезили планетарной революцией. В случае успеха в их руках было бы все золото мира. Они готовы были за ценой не постоять. Они не считали ни человеческих жизней, принесенных на алтарь утопии, ни золота, брошенного на него же. Но, собственно, деньгами, как таковыми и слитками большевики не ограничивались. Вскоре после захвата власти они начали массовую распродажу драгоценностей дома Романовых. Первую попытку они предприняли уже в мае 18-го. Тогда в Нью-Йорке на таможне задержали двух приезжих с драгоценностями стоимостью в 350 тысяч рублей, принадлежавшими дочери Александра III Ольге. Зато через год дело было поставлено на поток. В Москве состоялся учредительный конгресс 3-го коммунистического интернационала. С этого времени агенты Коминтерна занялись регулярной контрабандой. Они вывозили из Москвы ювелирные изделия и драгоценные камни. У себя в странах они их продавали, а деньги тратили на подрывную работу. Большевикам ничего не было жаль. Все летело в топку мировой революции. Впрочем, многие агенты и о себе не забывали. Сколько пошло на борьбу, а сколько на их личные нужды – великая тайна. Как тайной остается и то, какие суммы осели в результате этих операций на тайных зарубежных счетах самих представителей советского правительства. Не будем забывать, что люди, пришедшие к власти в России в 1917 году, обладали криминальным сознанием. Ведь в годы эмиграции они жили тоже во многом за счет грабежей, которые совершали их подельники в России. Просто они называли их красивым словом «экспроприацией». Интересный факт. На финской таможне однажды попался Джон Рид, автор знаменитой книги «10 дней, которые потрясли мир». Он прятал бриллианты в каблуках своих ботинок. Показательно, что его освобождение одновременно потребовали и правительство большевиков, и Госдеп США. И это только один намек на то, что в разграблении России были заинтересованы в том числе те самые империалисты, с которыми вроде бы как боролся Коминтерн. В 20-м году было создано весьма специфическое учреждение «Гохран». Главой был назначен никто иной, как организатор убийства царской семьи Юровский. Он привез с собой из Екатеринбурга личные драгоценности Романовых и передал их коменданту Кремля Малькову. Больше этих сокровищ никто не видел. Название «Гохран» не должно вводить в заблуждение. Его задачей было не хранение собранных сокровищ, а их обезличивание и реализация. В начале весны 22 года в Оружейной палате вскрыли ящики с имуществом вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Большевики привлекли к осмотру и оценке драгоценностей известных специалистов. Некоторые работали буквально под угрозой расстрела. В теплых шубах с поднятыми воротниками идем мы по промерзшим помещениям оружейной палаты, вспоминал позже член комиссии академик Ферсман. Вносят ящики, их 5, среди них тяжелый железный сундук, перевязанный с большими сургучными печатями. Все цело. Опытный слесарь легко, без ключа, открывает незатейливый, очень плохой замок. Внутри в спешке завернутый папиросную бумагу драгоценности бывшего русского двора. Леденеющими от холода руками вынимаем мы один сверкающий самоцвет за другим. Нигде нет ни описей, ни вида никакого порядка. Большевиков интересовало, сколько примерно будут стоить драгоценные камни, если их продать. Самим по себе, вылучив из ювелирных изделий. Они опасались скандала. Им никак не хотелось предстать перед международной общественностью в роли банальных грабителей. Эксперты называли сумму в 162 миллиона 625 тысяч золотых рублей. Лишь отдельные вещи сохранились невредимыми и позже попали в советские музеи. Большая часть была продана за рубеж.
В полной мере оценить потери, понесенные тогда Россией, невозможно. Но судить о масштабе допустимо по судьбе коронных ценностей. В том списке, что составили эксперты, в 22 году 773 предмета, а в алмазном фонде сегодня можно увидеть только 114. Из множества прекрасных диадем, изготовленных лучшими ювелирами для женщин дома Романовых, в России осталась только одна. Бриллиантовый венец «Кокошник» Марии Федоровны с розовым бриллиантом экспонируется сегодня в алмазном фонде, напоминая нам о той золотой России, которую распродали оптом и в розницу большевики. Итак, в эфире «Следы империи» мы продолжаем. 14-й год, война, золото, которое скопила династия Романовых в Российской империи. Его было много, оно было таким скелетом, да, надежности на финансовой системе в какой-то степени, да. И вот наступают страшные дни революции. И золото исчезает. Остатки мы его видим в Центробанке после там, 20-х годов. А сначала история золота Колчака, потом золото Белочехов, потом золотом расплачивались с американцами за переворот 17-го года. Вообще, вот эта драматичная судьба золотого запаса Российской империи, она, видимо, самая странная судьба вообще золотых запасов государства в мире за всю историю. Но я думаю, что надо первое, что нам вообще характерно накапливание, да? То есть, если посмотреть на московских государей или на любых других императоров, то традиционно мы скорее не инвестировали куда-то, да, там, или не пытались получить какой-то процент к прибыли, а все-таки накапливали какой-то на черный день. Это такая традиция, мне кажется, национальная. И действительно, к 2014 году было накоплено такое количество запасов золота, которое позволило вести огромную, никогда ранее не бывшую раньше мировую войну. Все, что произошло после революции, ну, это было попадание золота в руки тех, кто его не накапливал. Они с легкостью его тратили. Мы знаем хорошо, что было заплачено и Эстонии после того, как советская страна проиграла с ней войну, и Латвии, и Польше хотели заплатить. И... Золотом? Да, конечно. Каждое поражение большевиков это было оплачено царским золотом. То же самое было сделано после Брестского мира. Огромное количество золота было вывезено в Германию. 200 тонн должны были вывезти. И потом это золото... Сколько? 200 тонн должны были вывезти в Германию. И потом это попало во Францию, во французские банки. И если вы помните, то, по-моему, какой-то 97-й год, мы там, наконец, с Францией договорились, что мы не претендуем на это золото, на царское золото, которое вроде бы как попало в страну Антанту временно. Но мы так его и не увидели. Да? Подождите, так мы, хоть дважды заплатили, конечно, Франции. Конечно. Один раз мы при Черномырдине признали французский заем, да, Михаил Леонидович, если я не ошибаюсь? Да, но это было сделано для того, чтобы... А второй раз просили золото. Снять проблемы, да, старые. Да. Так же, как английские проблемы, мы в 86-м году Горбачев подписал с Тэтчер бумагу о том, что мы не имеем претензий к Англии, Англия не имеет претензий к нам. Значит, мы не имеем претензий, то есть они не имеют к нам претензий на 900 миллионов, а мы на 2 миллиарда не имеем к ним претензий. Там вообще история вот этого рассасывания золота, это такой большой... Детектив? Детектив не то слово. Это просто... Но я хочу сказать вот что. Дело все в том, что в России золотом на самом деле стали расплачиваться. Вообще золото появилось как вот такая вот ваша монетка, это пример тому. Основная... Это не моя монетка, это монетка Российской империи. Да. Это было серебро. Открываешь интернет, читаешь. Испокон века враги России нападали на страну, потому что хотели забрать золото. Даже монголы, что они хотели? Они обдирали, значит, золотые купола с тем, чтобы забрать золото. Это даже никто не понимает, что монголы вообще за золото за деньги не считали. Главным товаром было серебро. И поэтому монеты были серебряные. Павел установил рубль серебряный, который до 17-го года существовал. Вот вы сказали, отдельная история детективная, как утеряла золото. Ну, давайте поговорим об этом. Вы знаете, вот самое главное, я думаю, что здесь никто не понимает вот эти страшные цифры. 1300 тонн, которые были в 14-м году, это на самом деле 65 вагонов золота. Вот эта вся история началась с того, что когда мы вступили в войну, значит, наши союзники по Антанте сказали, что, конечно, мы готовы вам поставлять оружие, все что угодно,
Значит, мы понимаем, что вы очень замечательная страна, все прочее. Давайте на всякий случай все-таки вы нам дадите золото как гарант такой следующей оплаты. И мы передали Англии 496 тонн. 8. Не килограммов, 8. А тонн. 498 тонн. 98, да, на 2 тонны ошибся. Ну, 2 тонны, что у нас 2 тонны, да? Ну, да, да, да. Понимаете, значит, из этих 498 тонн, по-моему, 50 тонн было потрачено на что-то, остальное осталось в Банке Англии. Они не выполнили заказы. А французы, которые тоже, там хитрая вещь произошла, я не знаю, это стечение обстоятельств или это какие-то там разведки донесли, за месяц до начала войны из Германии все золотые, как у нас золотой запас был переведен, ну, деньги, которые хранились в Германии, были переведены во Францию. Значит, вот во Франции французы, они все эти деньги, которые там хранились, они, значит, очень спокойно расплатились по долгам с облигациями, которые вот французы, как бы, они вообще ничего не поставляли, им это уже было все равно. Александр Георгиевич, у вас есть что добавить? Пожалуйста. Золотой запас Российской империи 1695 тонн на начало 2014 года. 1312,5 тонн в центральное хранение Госбанка и 382,5 тонны в виде обращения в виде монет. К октябрю 2017 года в руки большевиков попало 852,5 тонны золота государственного золотого запаса. Из 336 тонн, которые находились в обращении, они изъяли у населения примерно 200 тонн. Плюс еще 65,2 тонны было изъято из частных хранений, в сейфах, банках и так далее. Итого в руках большевиков оказалось 1118 тонн золота. Теперь я вам покажу документ, который никогда не публиковался нигде целиком. Справка Наркомфина РСФСР от 2 сентября 1921 года о наличии золотого запаса в Российской Федерации. Здесь раскладка идет. Иностранное золото в Перми 40 миллионов, в Москве 65 миллионов. Но главное, неинтересно не это. В распоряжении это как бы чужое золото. В распоряжении советского государства из 1118 тонн золота к 1 сентября 2021 года осталось 57 тонн. Ого! А куда делось-то, остановишься? 93,5 тонны уплатили немцам по договору 27 августа 2018 года, второй Брестский мир. Да, согласен. 187 тонн золота с хвостиком Колчак израсходовал. А 850 тонн где? Я вам отвечаю на этот вопрос. В 28 году, когда началась индустриализация, да, ответственным за золотовалютные операции за границей по Политбюро Совнаркома был 25 марта 2020 года назначен Максим Максимович Литвинов. Именно он участвовал за золотовалютные операции за границей. Когда в 28 году встал вопрос об индустриализации и о средствах на индустриализацию, ему задали вопрос, а где царское золото? И вот что Литвинов ответил на третьей сессии 4-го созыва ЦИК в апреле 28 года. В 2021 году я состоял главным уполномоченным Совнаркома по валютным операциям и по реализации нашего золота за границей. Я находился в Ревеле, и через мои руки прошло несколько сот миллионов нашего золота, проданного мною за границу. Большая часть этого золота была продана мною непосредственно или через разных посредников крупным французским фирмам, которые это золото переплавляли не то во Франции, не то в Швейцарии. Откуда это золото находило свое последнее убежище в кладовых Американского резервного банка, Федеральной резервной системы США. Это отнюдь не было тайно, об этом были информированы банк Денфрас и другие банки. То есть Литвинов, стенографический отчет, ЦИК, третья сессия ЦИК 4-го созыва, страница 792-793. Вот вам ответ. И что это значит? Вывод какой? Это значит, что большевики вывели сотни тонн русского золота царского в кладовые Федеральной резервной системы США. Вот что это значит. Вот так. Это значит, что большевики действовали в интересах американского капитала? Вообще, связи большевиков с американской олигархией были теснейшими. Начались они с прибытия в начале августа 2017 года в Петроград миссии Красного Креста американской. Это была миссия специфическая. 30 человек, из них 5 докторов и вообще как-то связанных с медициной людей. А 24 человека – это высшая финансовая олигархия США. Возглавлял миссию директор Федерального резервного банка Уильям Томпсон. Его заместителем был Раймонд Ромец. Занимался золотодобычей на Клондайке, личный друг Вудро Вильсона, президента США. А переводчиками у них были 3 человека при этой вот всей этой финансовой олигархической группировке. Некто капитан Иловайский. Вторым человеком был Борис Рейнштейн, секретарь Ленина будущий. И 3-м человеком был Михаил Грузенберг. Ну, это дядя Армана Хаммера. Это совершенно уникальная личность. Грузенберг установил связи
связи американской олигархической группировки, которая прибыла в Россию с тем, чтобы вытеснить из России германский капитал и заменить его американским капиталом. Переговоры шли по двум направлениям – с временным правительством и с большевиками одновременно. Раймонд Ромец объехал всю Россию, в окопах был везде. И когда он приехал, он Уильяму Томпсону записал записку, на кого делал ставку – на временных или на большевиков. Однозначно ответ – на большевиков. В начале августа 1917 года резиденция американского посла Дэвида Фрэнсиса состоялся разговор, на котором присутствовал американский посол Керенский, Терещенко, министр иностранных дел, и Брешко-Брешковская, ну, это такая бабушка русской революции называли. Для этих целей Морган выделил называемый заем русского свода 5,5 миллионов рублей золотом. Керенский и Терещенко деньги эти получили. Покупали ли они акции, неизвестно. Но после этого произошло то, что произошло. Передача власти временным правительством большевикам практически бескровная. Интересно. Когда Томпсон уезжал, он лично вручил Троцкому $1 млн на русскую революцию. И по приезду в США 5 января 2018 года в газете «Вашингтон-Пост» опубликовал об этом заместку. Сенсация. Не, ну то, что Троцкий приехал... То, что Троцкий приехал в Россию с деньгами американских банкиров, это было общеизвестно. А сегодня, насколько мне известно, уже существуют документы, которые показывают, что команду по расстрелу царской семьи дали американцы через брата Свердлова. А Свердлов контролировал Уралсовет. Они добавили, что брат Свердлова заведовал американским банком. Да-да-да, Вениамин Свердлов был тогда банкиром в Соединенных Штатах Америки. То есть вот эта вот линия была всегда. А Литвинов представлял у большевиков британский сектор, потому что он сидел всегда в Британии. На ваших глазах происходит расследование о том, куда делось имперское золото, так называемая живая история. После небольшого перерыва мы продолжим, как уходило золото. В эфире «Следы империи». Мы говорим про золото. И вот узнали, ну, на мой взгляд, Александр Георгиевич нам рассказал сенсацию. Так вот, я сейчас обнаружил из так называемых золотых папок Политбюро 1000 документов. Там два слова на папке. Вывоз золота. Только два слова. Больше ничего. На папке вывоз золота. Да, вывоз золота. И в каждой папке примерно по 300 документов. Они мною ксерокопированы. Они у меня на руках. Я их буду публиковать. Полностью факсимили, чтобы картина была ясна, что тогда происходило. Вот. Она абсолютно доказывает все то, что было сказано и что было сделано. Как это происходило? Как работал Балтийский офшор, через который вывозили золото в Швецию, где русское царское золото из-за золотой блокады Антанты переплавлялось шведскими клеймами. Потом оно вывозилось в Берлин, Цюрих, Амстердам, на бирже, там раскупалось. Раскупали в основном банки Моргана и группа Канлеп и Компани. Это группа американский филиал группы Ротшильдов. И потом они уже продавали это в Федеральную резервную систему США, конечным. Они получали валюту, а золото уходило в ФРС США. То есть Федеральная резервная система стоит на русском золоте, так? Она стоит, да. Причем дважды. Еще до когда Николай II вывозил золото, там немного он вывез, около 50 тонн. Вот. А вот большевики вывезли. Надо учесть одно очень важное обстоятельство. Mm-hmm. Дело в том, что до примерно 26-28 годов ключевым органом, который управлял в том числе этим золотом, был исполком Коминтерна. И именно Коминтерн во главе с Зиновьевым считался главным инструментом построения коммунизма во всем мире. А Россия в рамках этой концепции использовалась как, ну, как бы питательная среда. Ужас. И переход к национальному ужас правительству. Ужас. Это вот 26-28 год, когда постепенно к власти пришла группа Сталина. Которая поменяла внешнее на внутреннее. Да, и которая изначально еще в октябре 17 года с генштабом армейским, собственно, и пыталась справиться с временным правительством. Угу. Так что там очень сложно. Если можно, я просто уточню. Да. Это правда про Коминтерн. Там в основном в расчетах шли камни. Почему? Контрабандой вывозить золото было невозможно. Трудно, есть, оно большое. Да, оно большое. А камешки? Ну, я просто вам приведу пример. Когда немцы подходили к Петрограду, ага, большевики хотели эвакуироваться. План эвакуации.
возникла идея, ну, собственно, идея, она не могла не возникнуть, изъять все имеющиеся ценности в банках, ломбардах, частных жилищах и так далее. Буржуазию отправили рыть окопы против немцев, а в их квартиры стали проникать летучие отряды, созданные Троцким. Эти летучие отряды, в частности, опустошили Александровский дворец, где жила императрица Александра Федоровна, и Анечка дворец, где жила Мария Федоровна. В этих дворцах было вывезено полные описи драгоценностей, изъятых в Анечковом и Александровском дворцах. Вот их начало. От руки написаны. Эти документы никто не видел более 100 лет. Можно да. Я почитаю? Обратите внимание на одну вещь. Да? С чего они начинаются? Обе описи начинаются с ордена Андрея Первозванного. Опись коронных драгоценностей в их настоящем виде, находящихся в комнатах. И я, величество государыни императрицы Александры Федоровны. То есть грабили, но сохраняли уважение к царской особе. Наименование вещей. Расценка, стоимость. Цепь ордена святого апостола Андрея из 23 частей креста. Диомеда из 6 колосьев в кое. Один сафир белый, 6 бриллиантов. Ого! 20 цветочков в коих. 180 сафиров. И там 270 страниц вот таких. Бриллиант, сафир, солитер большой. Солитер игристый с маленькими точками. Склаваш, колье в кое. Бог мой! 15 бриллиантов, 20. Подвеска бриллиант, булавка, индийские грани. Можно я расскажу? Где это все? Вот, можно я расскажу историю одну? Да, пожалуйста. А как брали ЧК матросов Балтийского флота? Эту историю рассказал моему деду, его товарищ, который был этим матросом. Значит, его в командировку послали с корабля в ЧК. Вот он приехал, ему говорят, вечером будет обыск у буржуев. И вот они приходят, обыск, находят в стене коробку, высыпают, ну а там, условно говоря, несколько десятков бриллиантов. Его спрашивают, ты грамоту знаешь? Знаешь. Садись, считай, пиши протокол. И он сидел, писал протокол. А дальше, соответственно, выяснилось, что эти бриллианты были считаны. И это все был розыгрыш с одной единственной целью. Если количество бриллиантов, которые он написал в протоколе, совпадает с тем, которое было на самом деле, его в ЧК брали. А если не совпадает, оказывалось почему-то меньше, ничего не делали, отсылали обратно на корабль. Интересная история. Молодцы. Да, Надежда Витальевна, вы у нас занимались исчезновением, том, как исчезли, да, ценности царской семьи. Да, судьбой коронных ценностей и личных. Ну, расскажите, пожалуйста, то, что вы сейчас услышали, это, в общем, совпадает с тем, что вы изучаете и ищете? Совпадает. Я нисколько не удивляюсь, потому что каждый год какие-то новости открывает. Пример сразу приведу. Каталог 2009 года. Никто не ожидал, что целый, можно сказать, это алмазный что? Фонд. Это Сотби, аукционная продажа. Вот видите, полосатая такая наволочка. И в этой холщовой наволочке в шведском посольстве хранились до сих пор вот эти вот сокровища, не выявленные никем. Оказалось, как это все случилось? Вот здесь написана подпись на этой наволочке «Мария». Драгоценности великой княгини Марии Павловны, которая была замужем за дядей Николая II, великим князем Владимиром. У нее было невероятное количество коллекций драгоценностей и у Фаберже, и у Балина, и у Карте она заказывала постоянно. И вот когда она решила выехать, она из Кисловодска выезжала за границу, и когда уже стало страшно жить в России, даже в Кисловодске, то она распределила драгоценности, которые были в ее дворце в Петербурге, ну, по разным адресам. Она, например, одному человеку, Степфорд его фамилия, который работал на английскую разведку, поручила взять дорогие драгоценности, чтобы распределить потом для детей как наследство. А вот эту наволочку вывез художник Бергольц в датское посольство. И там все это завалялось. И вот совсем недавно это все открылось, достали эту наволочку, там была опись, и выяснилось, что это сокровище Марии Павловны. Громадное количество. Вот эта наволочка сфотографирована историческая, видите? Ее рукой написано, что это принадлежит ей. Это ее портрет. Это была грандиозная женщина, которая очень хотела усесться на русском троне и надеялась. И в Кисловодске она жила до 20-го года, надеясь, что вернется прежняя власть и ей удастся поцарствовать.
Михаил Иванович, возникает такая история, что стоял очень хороший, богатый, красивый, обставленный хорошо дом. Там жила большая дружная семья. Потом, в силу разных причин, хозяин помер. И в этот же дом тут же полетели мазурики, жулики. Ну, одни для того, чтобы пограбить, другие, исходя из чувства справедливости, а третьи, ну, просто оплата за то, что они этого хозяина травили на протяжении многих лет. Вот такое ощущение у вас не складывается? Я думаю, что это продолжение, это главы продолжения романа Достоевского «Братья Карамазовы». Ну, Смердяков, вы меня просто приподняли. Смердяков входит в наследство семьи, в которую он незаконно рожденный, и распродает все, что можно. То есть практически мы видим действительно такое разворовывание во благо или не во благо. Это, кстати, очень тонкий вопрос. Вообще, многие ли из тех революционеров, которые позиционировали себя как деятели мировой революции, много ли пошло на мировую революцию из этих денег? Что, кстати говоря, хорошо. Михаил Борисович, я должен вам возразить. Вот Михаил Леонидович рассказал замечательную историю про матроса с корабля, которого чекисты проверили. Все-таки они были честные люди-то, не для себя. Никто не проверял Литвинова. Это исполнители. А вот, соответственно, Троцкого или Зиновьева... Или, я прошу прощения, Яков Михайловича Свердлова, да, папа которого был известный скупщик краденого в Нижнем Новгороде. Да что вы? Да что так вы говорите? Вообще держал, между прочим, казну партии, так, на всякий случай. И, к слову сказать, это был самый страшный человек. Знаменитейший. Конечно. Самое крупное ограбление, может быть, в истории России, всей исторической. Ограбление в начале 18-го года патриаршей Ризницы в Кремле. Вот есть серьезные основания считать, что это сделали друзья Якова Михайловича. Точно так же, как и тот, кто стрелял в Ленина. Известный уголовник, собственно, чей выстрел приписали Каплан. Для чего потом ее и быстренько расстреляли, чтобы она лишнего не наговорила. И сожгли в бочке. То есть на самом деле в 18-м году была отчаянная схватка за власть между разными группами большевиков. И сказать там... Кто реально за каждым стоял, это отдельное расследование. Очень сложно. Ну, послушайте, но все-таки золото-то Российской империи. Они же получили страну в руки, правильно? Да, пожалуйста. Вы знаете, а ведь тема вашей передачи на самом деле значительно шире и богаче, и сложнее, и драматичнее. Потому что сюжет с вывозом золотого запаса Российской империи – это лишь эпизод, это лишь часть. Это был мощный поток золота, мощный поток... драгоценностей. Ну, наиболее популярное, например, место вывоза каких-то драгоценных вещей, это были два. Это прическа женщины и пеленки младенца. Когда русская эскадра встала на рейде Константинополя, а на русских десятках русских кораблей были... Это после бегства из Крыма. После бегства Врангеля из Крыма, да, на русских кораблях к этому моменту были уже люди, фактически погибающие от обезвоживания, потому что воды не хватало, корабли были переполнены. Кто бы вы думали, окружили эту эскадру? Это были лодки турецких торговцев, которые за кувшин воды приобретали украшения и драгоценности русские, бесценные, абсолютно бесценные. И женщины бросали свои серьги, бросали свои броши в эти лодки, в эти, которые окружили корабли, а им на веревочке передавали кувшин с водой. А эти корабли еще стояли на карантине еще долгое время, и долгое время шло это ограбление. И вот это русское золото, русские ценности за бесценок, за глоток воды, за кусок хлеба уходили турецким торговцам. И в 20-м году турецкая пресса писала, нигде и никогда золото и драгоценности не стоили так дешево, как сегодня в Турции. И это правда, потому что все это богатство шло на аукционы. А в это время, с другой стороны, да, с другой стороны, Ленин перевел Ататюрку 5 миллионов долларов золотом. И помог ему разбить греческие войска, которые шли к Стамбулу. А не к Стамбулу, а к столице, к тогдашней Турции. Сам Константинополь уже был в руках Антанты. То есть, по сути дела, он спас Турцию, которая создавала многие века проблемы России, опять же, царским золотом.
Я согласен со своими коллегами, когда они говорят, что то десятилетие Российской империи перед Первой мировой войной, это было, в общем-то, достаточно блестящее в экономическом смысле десятилетие нашей страны. Когда и иностранный капитал в массовом порядке заходил в нашу страну, и русский капитал начал экспансию на Запад, и создавались десятки дочерних предприятий и фирм по всей Европе. И русские казенные средства, это не только золото, это остатки валюты на счетах посольств, на счетах торговых представительств по всему миру, которые тоже были потеряны нашей страной. Это, кстати, надо учесть, что традиционно во время Первой мировой войны во всех странах Антанты находились, соответственно, русские представители, которые имели довольно значительные средства на закупку чего-то необходимого. И только один из них во Франции, граф Игнатьев, не просто эти деньги не присвоил, но он их вывел из банков, где они лежали на счетах российских, и перевел на свой личный счет, благодаря чему они не были конфискованы. А все остальное было конфисковано. Надо добавить еще одно. Очень много богатых людей русских, даже до Октябрьской революции, а как бы и после февраля, и во время Первой мировой войны, уехали на Запад с капиталами. И к началу 30-х годов у них отобрали все. Так что на там, Западе отобрали? Да, на Западе отобрали все. То есть конфисковали? Богатых людей русских, которые приехали, ну это разными способами делается. Ага. Законными, то есть и сейчас олигархов тоже в Англии, да, все берут за... Да. Это да? Традиционная британская игра. К большому сожалению, не все были столь благородны, как Игнатьев. Да, были другие финансовые... Об этом через несколько минут. Увидимся. В эфире программы «Следы империи» говорим о царском золоте. Есть один эпизод в истории нашей страны, который очень полно освещался советскими властями, советским кинематографом. Я имею в виду эпизод «Золото Колчака». Много было фильмов снято на эту тему, как это золото вывозилось, каким образом, как его спасали бесстрашные комиссары. Василий Жанович, что это за эпизод такой в истории России? Вообще очень важный эпизод, потому что до сих пор вот еще существует некий пропагандистский штамп, что Колчак там распродавал золото налево-направо, вообще даже не распродавал, а раздавал. Ну и в результате он как бы главный виновник того, что у нас вот этого золота мы так не досчитались. Значит, здесь нужно все-таки внести ясность. Во-первых, вот как сказал Колчак, его слова, в общем, тоже достаточно часто цитируются, и я думаю, это еще раз нужно отметить, что золото является достоянием российского государства, достоянием русского народа, и мы не имеем права что-либо тратить из этого золотого запаса. На такой же позиции стоял тогда министр финансов Михайлов, Иван Михайлов. Но ситуация сложилась к весне 19-го уже года таким образом, что российские представительства за границей, диппредставительства, диппосольства, фронты, которые признали Колчака, они нуждались в валюте. Значит, золото, которое было в Омске, само по себе в большей части это слитки, а иностранцы для содержания российских дипмиссий требовали и валюту. И вот начиная с мая месяца, май 19 года, идет все-таки вот такой вот процесс того, что золото частично начинает продаваться. Две или три сделки было проведено на продажу именно золота за валюту. Был создан валютный фонд у Колчака, благодаря которому стали снабжаться и посольства, и вот эти вот белые фронты, и они наконец-то начали получать какие-то хотя бы материальные там подкрепления. Потому что вот это тоже еще один миф о том, что вот там Черчилль, я не знаю, там снабжал Колчака. Это все проплаченные, это все проплаченные поставки. Это не из-за какой-то там доброты душевной Антанта содержала белых. Хотя интересный эпизод, когда как раз в Якогама банк там за валюту давали слитки золотые, то японец так торопился, он очень боялся. Вообще спрос на золото был огромный после Первой мировой войны у иностранцев. Они руки к нему тянули. Такую страну пустили на распыл, конечно, огромный. Ну, вообще конечно. Это страшно. Вот. И он, значит, так торопился, чтобы это золото американцы не увели, японец, чтобы считался аж на 30 тысяч йен. Вот. И, тем не менее, все равно, значит, забрал вот это золото. Но, начиная с августа, вот это очень важный момент, начиная с августа 2019 года, во-первых, сменился министр финансов, стал фон Гойер.
Колчаковский, последний министр финансов, фон Гойер. И фон Гойер, и Колчак, в общем-то, они сошлись на том, что все-таки вот так просто отдавать золото за валюту нельзя. Тогда наступали белые армии, кредит доверия, в общем-то, белому движению стал немножечко расти. И была действительно определенная надежда на то, что все-таки белые победят и возьмут Москву и Питер. И тогда была достигнута договоренность о том, что золото будет отдаваться в залог под кредит в Шанхайский банк, Якогама банк. И под этот залог будут выдаваться валюта на закупку не только оружия, в том числе железнодорожного оборудования для Транссиба, медикаментов, продовольствия. То есть этого тоже всего не хватало в той же самой Сибири. По итогам там получается, что где-то порядка вот из этих 9 тысяч, только из этих 9 тысяч пудов, которые были вывезены из Омского во Владивосток, осталось где-то порядка 3 тысяч пудов. Остальные все ушли либо в залог, либо ушли вот в эти банки. Получить, правда, реальную помощь от тех же самых американцев Колчак не успел просто-напросто, потому что золото в залог получили, понятно, но вернуть на его не смогли. На это золото Российская Федерация право имеет? Я думаю, что здесь скорее можно говорить о том, что просто не был выполнен до конца вот этот вот контракт, вот эта вот поставка. И тут можно претензии предъявлять, пожалуй, не столько к правительствам вот этих стран, сколько к преемникам банков, которые эти вот золото себе взяли. Понятно. Ну вот тоже очень важный момент, я просто хотел тоже уточнить по поводу того, что золото потеряли. Реально, действительно, вот после того, как Колчак в Нижнеудинске уже отрекся от власти, и золотой эшелон, который вместе с ним, а Колчак говорил, у него фраза такая, где я, там и золото должно быть. И вот золотой эшелон, вывозимый из Омска вместе с ним, перешел под контроль чехов с одной стороны, и солдат, которых вот, я даже не знаю, назвать красными, белыми уже невозможно. Они уже не белые, но еще и не красные. Это так называют зеленые части. Вот там пропало 13 ящиков золота. Причем, что интересно, пропало на станции Тыреть. Вот интересно, даже так вот стырили как? На станции Тыреть. Тырить? Станция, да. За 200 верст от Иркутска примерно. Значит, в ночь с 11 на 12 января 2020 года это произошло. По описи все это зафиксировано. 13 ящиков, куда они ушли? Вот это вот реально следы потерявшиеся, которые мы, наверное, не найдем до сих пор. А в Байкале вот. Нет золота? В Байкале есть версия, что один вагон туда упал. Почему она появилась? Потому что вопрос, сколько было в золотом эшелоне вагонов. Значит, по одним данным 28, по другим 27. Вот вроде бы как этот вагон туда в Байкал упал. Но реально, я думаю, что вот именно по актам, если смотреть вот по передаче, по формальным вот этим документам, потеря золота, 13 ящиков, ну это порядка миллиона золотых рублей ушло. Вот, 13 ящиков пропало вот на этой третьей станции, на Транссибе. А остальное золото уже вот 409 миллионов, было 651, осталось 409 миллионов золотых рублей. Политцентр получает в Иркутске, и дальше уже Советская Россия. Спасибо, все спасибо. Надежда Витальевна, вы мне перед началом передачи показали интересную книжку на обложке. Там я увидел у вас «Корона Российской империи» и «Трактора». Это что такое? Да, это очень редкая книга. Мне удалось ее из Америки получить. Книжка выпущена в музее в Хиллвуде. Этот музей можно назвать малым золотым фондом России, потому что супруга посла Дэвиса американского, который работал во время Сталина в Москве, очень была заинтересована в том, чтобы как можно больше вещей привезти из Москвы. Она была очень образованная женщина, любила все эти ценности антикварные. Но в Америке, как вы знаете, рынок был слабый. И вот в России она попала, можно сказать, на Клондайк. Да. И поэтому они очень много вывезли и таким образом очень много спасли, фактически. Вот. Что на обложке изображено? Расскажите нам. На обложке изображена удивительная вещь из коронных ценностей, которая спаслась и которая находится вот в этом музее в Хиллвуде под Вашингтоном. Что такое коронные ценности? Короны, то есть то, что на голове у всех царей, это считается самым важным, самым драгоценным. И туда шли самые крупные, самые безупречные камни. Вот вы говорили о солитерах. Что такое солитер? Чтобы объяснить публике, молодежи, например. Солитеры — это самые редкие камни, отдельные. Они очень большого размера, как правило. Эти солитеры, они вот пошли на эту венчальную корону. Посмотрите, сколько их там.
Ну, невозможно было ни один найти монархический двор, где можно было бы заказать такую корону. То есть это венчальная корона где сейчас? Состоит. Она в музее Хиллвуд под Вашингтоном. В Америке? В Америке. Мало золотой запас России там. Да, я бы так сказала, что алмазный фонд имеет свой филиал. А вот на картинке у вас что за корона изображена? Вот это как раз венчальная. То, что мы видим на картине. Да, вы видите здесь Александра Федоровна вот в этом венце. И еще жемчужная диадема на ней. Это тоже в Америке? Нет, это тоже коронные ценности, но судьбу ее мы не знаем, а судьбу вот венца я проследила. И, конечно, вот интересно, что могу продемонстрировать это таким вот документом весомым. А трактора у вас почему? А трактора потому, что называется книга, это исследование «Сокровища вместо тракторов», название этой книги. Таким образом, сделана попытка объяснить, куда делись наши сокровища, наши коронные ценности. Американские адвокаты в своем репертуаре. Александр Леонидович, вы можете сейчас прокомментировать то, что рассказала Надежда Витольдовна? Вы знаете, есть две потрясающие истории. Я, конечно, вот по поводу Стоффорда хотел сказать, что это супердетектив, который вот мы послушали недавно. Вы знаете, Марья Павловна, она уехала, когда революция и все прочее. Вот в 20-м году она поняла, что все, хана. И она делает потрясающую вещь, вот по поводу детективов. Значит, старый знакомый, который помогал ей покупать на Западе еще до революции, значит, покупать всякие ценности, драгоценности и все прочее, английский шпион, разведчик, вот этот Стопфорд, он наряжается в женское платье, она его вызывает сначала туда, значит, на Черное море, он едет в Петроград, одевается в женское платье, проникает в этот самый дворец, достает оттуда вот эти все бриллианты. Это вообще какая-то фантастическая история. Значит, он не взял оттуда ничего. Он заворачивает в газетки советские. И куда привозит? И привозит в Кисловодск. Она так повелела, очень повелительная женщина. И она все это потом вывезла и все прочее. Вы знаете, по поводу продажи. Мы забываем иногда, что, например, основу Красной Армии составляли, Красной Гвардии составляли китайцы, да? А мы все учили в школе, вот дети, наверное, не учат сейчас, а мы в школе учили, то есть читали книгу «Как закалялась сталь». Вы тоже не помните, что там есть такая замечательная фраза, когда герой вспоминает, а вот самый хороший человек, самый хороший боец был товарищ Ли. Как это я и не помню. Помню? Что, конечно. Я тогда не обращал внимания. У меня советское образование. Так же, как по поводу продажи вот этого всего, у Зощенки же есть рассказы, да? О том, как из Зимнего дворца, там правда, на уровне такой хохмы продавали сапоги и все остальное. Да. Потому что продавали все. Все. Все, что можно было продать, все продавали. Все на продажу. Но очень интересно, еще один эпизод, связанный с золотом, связанный с первыми большевиками и связанный с немцами. Когда был подписан Брестский мир, на основании которого мы должны были перечислить 200 тонн золота, а мы только там, по-моему, 90, да, или сколько-то передали? Вообще 245,5 этого, 90,5 вывезли. А потом была, значит, уже в августе встреча, и было понятно, что все, ну, Германия проигрывает войну, хана. И тогда, значит, эти самые большевики, ребята, договорились с немцами. Давайте так сделаем. Все равно англичане придут, все вас отберут. Что они, кстати, и сделали, да, вот с этими 90 тонн, а французы отобрали там все прочее. Давайте мы сделаем так. Мы в Швейцарии... Мне очень поразило это, я просто не знал названия даже этого. Сделаем так называемые анкольные счета. Это счет, как то, что у нас называется, на предъявителя, да? Значит, и вот мы переведем деньги в швейцарский банк, и вы спокойно, немецкое руководство, потом все это получите. И вот все-таки большевики удивительные люди. Они это все сделали. Значит, на счет Ленина положили 85 миллионов, на счет Троцкого 90 миллионов, на счет Зиновьева 75 миллионов. А на счет немцев ни одного. В общем, они кинули всех. И сейчас эти деньги где? Там. И счет Ленина, счет Троцкого, счет Зиновьева. Знаешь, есть очень простые вещи, которые меня всегда поражали. Вот человек оказывается за границей. Вот как он живет-то? Я все думал, как же Троцкий? Вот его выгнали, да? Что же он там, за свои труды, что ли, жил? Потом выясняется, нет, а что, у него 90 миллионов лежит в швейцарском банке. Какие проблемы вообще? Я уж не говорю о всех остальных деньгах, которые были вывезены. Да. Александр Иванович, что вы скажете на этот счет? Вы знаете, я просто хочу объяснить, почему Литвинов вывез гигантскую массу русского золота. У меня есть подсчеты приведены, только у американские банки, более 500 тонн. Почему это было сделано? Значит, Брестский мир подписан, 18-й год, в март. Но немецкие дивизии двигаются по Украине, захватывают Крым, движутся на Новороссийск, флот затапливают. Большевики понимают, что против немцев у них сил нет.
И тогда у них рождается план, который спас их власть – откупиться от немцев. 15 мая 18 года начинаются переговоры сначала в Москве, потом в Берлине. Заключается финансовое соглашение, по которому они платят 6-миллиардную контрибуцию, четверть бакинской нефти, 245 тонн золота и так далее. Они откупаются от немцев, отправляют два эшелона 93,5 тонны, и власть их уцелевает. 12 ноября 18 года, расправившись с немцами, Верховный Совет Антанты принимает решение о широкомасштабной интервенции против большевиков. Предполагалось высадить 100-тысячный контингент войск, 100-тысячный, не 5-9 тысяч, 100 тысяч, Мурманский, Архангельский. Карл Маннергейм давал 100 тысяч. Плюс наступление с юга и востока антибольшевистских сил разных. 2-3 недели большевиков нет. Большевики понимают, что после разгромив Германию, Антанта возьмется за них. И вот 28 октября 18 года, еще ранее писалось, Чичерин пишет в письме советскому представителю Воровскому в Стокгольме, по отношению к Антанте далеко не исключена возможность откупиться, как мы откупились в Бресте. А 24 октября 18 года нарком Чичерин пишет письмо, ноту Вудро Вильсону, где сказано, «Мы предлагаем вам, в конце концов, господин президент, рассмотреть совместно с вашими союзниками ниже следующие вопросы и дать на них точные, вполне деловые ответы. Намерено ли правительство в Америке, Англии и Франции перестать требовать крови русского народа и жизни русских граждан, если русский народ согласится уплатить им за это и откупиться от них так, как человек, подвергшийся внезапному нападению, откупается от того, кто на него напал? А в таком случае, какой именно дани требует от русского народа, ну, то бишь от большевиков, правительство Америки, Англии и Франции. Требуют ли они концессий, передачи на определенных условиях железных дорог, рудников, золотых приисков и так далее, или территориальных уступок, какой-либо части Сибири или Кавказа, или же Мурманского побережья? Мы ожидаем от вас, господин президент, что вы определенно заявите, какие именно требования предъявляете вы и ваши союзники. После этого, в январе 2019 года, в Стокгольме состоялись секретные переговоры личного посланника президента Вильсона Бутлера с Литвиновым. В марте в Москву проезжает Буллит, будущий первый посол США в Советском Союзе. Заключается сделка. И тогда же в марте в Нью-Йорке высаживается миссия Мартенса, начинает работать. Это еще друг Ленина по Союзу борьбы за освобождение рабочего класса. Он был гражданином Германии. И он 19 марта 2019 года пишет меморандум, шлет президенту Вильсону, где говорится, в случае признания советского правительства мы готовы немедленно разместить в банках Америки и ее союзников золото на 200 миллионов долларов в счет погашения первых закупок. Это 300 тонн золота. После этого началась операция «Вывоз золота». Были заключены договоры. А как вывозить золото, если существовала формально золотая блокада? И не признавали право большевиков пользоваться царским золотом, со штемпелями царскими. Возникла простая идея признать прибалтийские страны, отдав им населенные русскими районы возле Нарвы, область Абрана, Псковская, Латвия, которая перешла. Понятно. В обмен на это, чтобы они разрешили русское золото вывозить в Швецию. В Швеции были банки, Нордиска Хандельсбанк, Баранка Асберга, Ашберга, Шель энд Компани. Там это золото переплавлялось, штемпелями, шведскими штемпелями перештамповывалось и уже потом продавалось. Вот так возникла эта схема. А откуда эта информация, источник? Документы внешней политики СССР. Они открыты? Самое поразительное, что они открыты. И что это было опубликовано в 1957 году. Сергей Сергеевич, какой-то шанс есть вернуть российские капиталы, ценности к нам в страну? Или это мы уже распрощались с этим и смирились с этим грабежом, который творился? Вот Михаил Леонидович сказал потрясающую историю о том, что, оказывается, сразу после гражданской войны тех русских промышленников, предпринимателей, которые ехали на Запад, их раскассировали там, да, то есть их сделали нищими. Вот, как, собственно, и сегодня сейчас это происходит. История повторяется. Да. Есть шанс или нет? По моей оценке, таких шансов нет. Во-первых, существует тема погашения долгов Российской империи за счет тех средств государственных, бывших российских средств, западными державами и восточными. Но главным образом даже не это. Главным образом то, что все средства бывшей Российской империи, государственные русские средства, они были так или иначе приватизированы, либо похищены путем многоступенчатых операций, чисто коммерческими способами эти деньги были так или иначе распылены и похищены. Сергей сейчас, Сергеевич. Да. Но извините, я хотел бы все-таки добавить небольшую ложку меда вот в ту огромную бочку дегтя,
каково является вывоз капиталов и золота из нашей страны за рубеж. Ведь после 1917 года за рубежами нашей страны оказалось огромное количество наших русских людей. Это люди, за редчайшим исключением, терпели страшные лишения за границей. И порой их физическое выживание, расцвет, более поздний расцвет русского образования, русской благотворительности, русской высшей школы, эффект русской моды, которая охватила европейские государства в середине 20-х годов, он в значительной степени, а иногда даже всегда, он, этот эффект, подпитывался остатками русских казенных средств. Они имели небольшой тоненький ручеек до определенного момента этих казенных средств, которые они с большими исключениями, редко, не всегда, но все-таки направляли на помощь нашим соотечественникам. Да, Сергей Евгеньевич, вы знаете, вот я сейчас слушаю вас, и я все больше и больше убеждаюсь, что все-таки некие аллюзии с 90-ми годами 20 века присутствуют во всей нашей истории начала 20 века. И вообще это напоминает все крушение Византийской империи, когда Византийская империя рухнула, и западноевропейское возрождение, собственно говоря, строилось на духовном, материальном капитале и богатстве Византии. Да, также и Российская империя, когда рухнула, умные люди, философские пароходы, вспомним, тоже ушли на Запад, и тоже там был всплеск ума и духа. Увидимся через минуту. В эфире «Следы империи» мы продолжаем. Говорим про имперское золото. Надежда Витальевна, давайте вернемся опять к царской семье. Ипатьевский дом, там есть такая деталь во время этого страшного злодеяния. Княжон, великих княжон не могли сразу палачи застрелить во главе с Юровским. Пули отскакивали от их корсетов, потому что в Тобольске были вшиты в корсеты бриллианты, да, драгоценности, которые Александра Федоровна пыталась вшить дочерям, потому что мало ли, как жизнь сложится, а где они могли оказаться, поэтому это была их такой небольшая страховка. И вот тот, кто отмывал от крови бриллианты после расчленения тела и уничтожения останков царской семьи, некто Янкель Юровский, да, стал руководителем госхрана. Да. Да, где эти драгоценности и лежали. Вот какая интересная мистическая штука. Именно управляющим золотым отделом госхрана. Очень интересна взаимосвязь убийства царской семьи с тем, что потом ограбили сокровища всей страны. Ну, взаимосвязь, просто можно сказать, классически программная. Все войны и революции, как правило, они заканчивались вот подобными грабежами. Историки считают, что рекордсменом по грабежам был Наполеон. И этот рекорд побил, считают, Гитлер. Но я нахожу, что наша история после убийства царской семьи, после гибели империи, еще только открывается благодаря столетию со дня революции, благодаря столетию со дня вот этой трагедии ужасной. Через всю историю человечества проходит эта красная линия, и даже в Ветхом Завете пророк говорит, настанут такие времена, когда и хромой пойдет на грабеж. Вот у нас как раз случилось именно такое, поэтому сейчас, наверное, все, слыша эти, может быть, разрозненные факты, еще не соединенные в целое, ужасаются. Мы только открываем. Уже вот наша программа, ужасаются. Она только открывает это дело. То, что вот Александр Григорьевич нам сказал, то, что уважаемые эксперты рассказали, ну, это действительно расследование публичное того, что происходило с царским золотом. К этому надо добавить одно обстоятельство. Дело в том, что Россия была абсолютной монархией. И с точки зрения закона семья монарха, ну, собственно, императора, была равносильна стране в целом. И были довольно большие деньги, депозиты, в том числе были как денежные, так и золотые, принадлежащие лично Николаю II. Существует довольно серьезные основания, собственно, документы даже есть, доказывающие то, что команду расстрелять семью Николая II дали англичане через Вениамина Свердлова, Якова Свердлова и Белобородова. Причем, почему это было оформлено именно так, как это было оформлено? Принципиально важно было, чтобы не было тел
и не было никаких документов о смерти. Потому что в этом случае деньги можно не отдавать. Никто не может предъявить, сказать, я родственник, дайте мне. Потому что сказано, а где сказано, что умерли, собственно, главные владельцы? Интересно, что 17 же числа было принято постановление о том, что вся собственность царского дома Романовых переходит государству, советской власти. Вот интересно, что они долгое время, большевики, отрицали расстрел царской семьи, а постановление такое сделали именно тогда. 17 июля. А вот по поводу денег, которые могли храниться за рубежом, вообще я не согласен, потому что люди, которые, ну, я которым доверяю как историкам, они говорят, что Николай II перед Первой мировой войной все свои личные сбережения, которые каким-то образом хранились за рубежом, он перевел обратно в страну. Тут есть целая куча вопросов, но сама по себе ситуация, при которой, вообще говоря, собственно, совнаркому убивать семью Николая II не было никакого смысла. Ну, уж дочерей так точно. И их, собственно, везли из Тобольска в Москву ровно потому, что они понимали, что по дороге их могут убить, вообще могут убить там. И по дороге из Тобольска в Екатеринбург было несколько покушений, от которых их чудом отбили. То есть на самом деле там была очень сложная ситуация. И кто там был главным заинтересантом именно убийства, очень большой вопрос. Продолжайте, Надежда. Я к этому хочу добавить, что как раз-таки Ленин был чрезвычайно заинтересован в том, чтобы была вся Великая Екатерия убита. Да почему? Даже мальчик, природа сама уже говорила о том, что он не выживет. Он ездил на коляске инвалидной. Не, ну у него и был, у него и была гемофилия. Чрезвычайно. С этим все понятно. Сейчас с гемофилией поэтому живут, вы говорите, что нет проблемы. Смысла в гибели всех никакого смысла членов императорской никакого фамилии. Никакого смысла. Я шире беру. Почему? Потому нет, что... Нет, вы не поняли его. Он говорит о том, что не было смысла с точки зрения политической, но с точки зрения финансовой, да, правильно я перевожу? Так, с точки зрения финансовой точки зрения это моральной. Было выгодно тем, кто держал деньги. То есть это было выгодно Лондону, но не Москве. Но как завладеть? Как завладеть? Этот вопрос был номер один. И поэтому случилась вот удивительная вещь. Посмотрите, их убили в ночь 16 на 17. А 13 июля уже подготовлен декрет о конфискации низложенного царского семейства и всей императорской фамилии. Более того, в реальности, с точки зрения интересов совнаркома, то есть с точки зрения интересов денег, нужно было его легально судить и легально, если уж надо было, и легально расстрелять, чтобы было тело, чтобы было, соответственно, медицинское свидетельство, чтобы было заключение, чтобы было что предъявлять. Я в результате исчезновения... Пожалуйста. Потому что Временное правительство сразу же после революции создало чрезвычайную следственную комиссию по расследованию якобы преступлений предыдущего режима. Ничего не нашла. Председатель этой комиссии сказал, что вот мы работали несколько месяцев, и ничего, ни одного факта не можем привести в доказательство вины старого режима. Там по предательству страны или по заключению там сепаратного мира с Германией. Ничего не нашли. А вот я думаю, что большевики реально понимали, что суд с какими-то конкретными обвинениями просто невозможен. А что касается их желания или нежелания убить царскую семью, мне кажется, что для любого революционера смерть царствующей семьи – это определенная, в их точке зрения, ну такая концовка революции. Классическая такая программа. Главное такой момент. Вы да, у нас осталась минута до конца. Минута. Вам последнее слово, как говорится, да, в этой истории. Юровский был руководителем Гохрана сразу после убийства царской семьи. Мы об этом говорили с вами, да? Да. Значит, все-таки убийство царской семьи и драгоценности этой семьи, они связаны между собой или нет? Связаны кровной связью. От какой? От слова кровь. Потому что завладение наследием царской семьи, это входило в программу любой революции, а в том числе и русской революции. Гохран был построен не просто так. Для того, чтобы все собрать... Все обезличить, это же ведь формулировка гохрановская, обезличить, все надо было обезличить. Знаете, главная проблема, мне кажется, что большевики отменили деньги.
И у них, кроме драгоценностей и золота, в расчетах с зарубежными странами ничего не осталось. Согласен. И надо сказать, что они стали печатать царские деньги на своем госзнаке уже после революции. Потому что никакие советские банкноты, никакие советские обещания никто не хотел принимать во внимание. И были действительно только драгоценности, только золото и, вот как я говорю, еще дополнительная чеканка царских денег. И первая задача, которая была поставлена перед Гохраном, собрать 30 миллионов рублей для выдачи долги. Вот они и расплачивались тем, что попало в Гохран. А в Гохран попали и коронные ценности, и личные ценности. Личные ценности – это тоже предмет неоткрытый. Ведь в Тобольск они действительно повезли с собой целый личный алмазный фонд. Угу. Например, я нашла в архивах, это закрытые архивы ОГПУ, 5 диадем было с собой у них в Тобольске. И они прятали, где могли. Например, через камердинера Чемодурова, через Кобылинского были эти вещи переправлены в Ивановский монастырь женский. Там они хранились, но ГПУ все-таки наложила лапу на это все. Надежда Витольевна. В 30-х годах это все было найдено. Надежда Витольевна, я вам должен открыть небольшую тайну. 20 лет назад, в 1998 году, мы с моим коллегой Александром Хабаровым делали расследование документальное, будучи работать на НТВ, по убийству царской семьи. Оно состояло из двух частей. Моя часть, я делал расследование по обстоятельствам убийства в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. А Александр Хабаров делал историю о том, о царских драгоценностях. И вот то, что вы сейчас рассказали про ОГПУ, мы это все очень расшифровывали. Тогда ФСБ нам открыло архивы. И мы доподлинно читали протоколы изъятия, следствия, допроса людей, которые помогали прятать эти драгоценности, диадемы и так далее. Они были спрятаны, закопаны. Мы видели фотографии в этих бочонках, как это вскрывалось, доставалось в Тобольске. И это потом было передано государству. Так или иначе, но все равно на этих драгоценностях кровь венценосной семьи. Кровь. Вот она, кровная связь. Да. Что-то вы хотели добавить? Когда были найдены коронные драгоценности из бриллиантовой комнаты Кремля 9 марта в оружейной палате здесь, в Москве, их решили реализовать. Ленин дал указание Сокольникову собрать, сохранить, реализовать. Но чтобы это реализовать, их нужно было обезличить. Угу, понятно. Вот причина убийства. Сергей Алексеевич. Вывоз драгоценностей, вывоз капиталов из разодранной войной Первой мировой, после кровавой гражданской войны, это двойное преступление. Это преступление против тех, кто остался, это преступление против тех, кто вынужден был покинуть свою страну. И, безусловно, это преступление. Как бы ни сложилась судьба этих капиталов там, как ни сложилась судьба этих драгоценностей здесь, к сожалению, это большая трагедия, общая трагедия нашего народа, всей нашей страны, и белых, и красных, и всех остальных. Михаил Ильич, пожалуйста, вас. Революция, с моей точки зрения, прежде всего, это не начало чего-то нового, это утилизация старого. Это цареубийство, это уничтожение запасов, в том числе и золотых, Российской империи. Если мы посмотрим, то это можно просмотреть результаты революции на всем спектре наших взаимоотношений. Культурных, экономических, политических, каких угодно. Революция должна уничтожить старый порядок полностью. И она его уничтожила. Михаил Ильич, пожалуйста. Если говорить о наших деньгах, я считаю, что в нынешней ситуации, по крайней мере, значительную их часть вернуть можно. Дело в том, что тот жесточайший кризис, который сегодня ломает старый порядок, меняет и порядок, так сказать, весов государств. И в тех вопросах, в которых мы не были определяющими и вынуждены были признавать их точку зрения, сегодня ситуация может измениться. И тогда мы честно можем сказать, а это наш. И по этой причине я склонен считать, что именно в рамках этого кризиса, если Россия будет себя вести адекватно кризису, она может не только компенсировать те потери, которые она понесла в 1991 году, и в 1918 году, но и значительно усилить свои позиции в мире. Это мое глубокое убеждение. Спасибо. Знаете, мы заканчиваем свою очень интересную программу.
Обычно мы не хвалим, но действительно, это действительно было очень сегодня интересно. Вы знаете, я возвращаюсь к нашему золотому червонцу, который мы показывали вам в начале программы. Вот он, небольшой кусочек золота, металла. Очень хотелось бы увидеть, что когда-нибудь наш российский рубль будет выглядеть, ну, почти точно так же. Золотым, тяжелым и сильным, как вся Россия. Спасибо. Это были «Следы империи». Увидимся.